Ладно, пробуем дать мат по минутке. Йол упала. Так, ну все, тут тоже все понятно, Никит. Выиграй материал, все, меняй нахер. Переходи в пешечный, ставь мат. Знаешь, то, что Дебютрати — это очень боевой дебют, и в первую очередь он рассчитан на то, чтобы получить перевес позиции с большим количеством фигур. То есть именно то, что нам не надо. И зачем ты его играешь? Потому что я, Никита, один конь в 3 ветров. Добавь ему минуту сразу тогда. Давай. Все, пусть играет теперь. Вот, мне кажется, вот это самое оптимальное, что может быть в этой позиции. И вообще в этой рубрике. Добавлять минуту в пулю и играть одну на две. Чтобы они не сдавались. Да не буду даваться все равно. Да не будут. Он видит, что у тебя на часах там 20 секунд, и будет пробить флаг. Тем более, по материалу... Все более не хватает ладьи, это не так плохо. Да. Ну все, бей. Вот видишь, он не сдается. Давно бы уже сдался. Все, все меняй нахер теперь. И ладья сначала поменяй. Отлично. Он не будет бить. Как ладья поменять? Нормально. Шансы есть пока. Не, ладья напрягает, и конь. Я не хочу фигурок. Отлично. Отлично, отлично. Все. Вообще, нам сейчас мат дадут. Это было очень бездарно. Так, и как это выигрывать за 12 секунд? Никогда надо хоть как-нибудь выиграть. Так, по-моему, нам сейчас натурально дадут мат там. Ну да, здесь все понятно. Очередной неудачный выпуск. Вообще, мне кажется, твой план не работает. Все. С этими. С чем? С минутками. Ой, сейчас ничья будет. С минутками на две? Да. Так, ну ладно, дальше. С ним же, давай, повтор. Ну это не работает, понимаешь? Почему? Потому все. Что, ну не знаю, давай попробую. Меняй фигуру, все, давай. Минуту добавь его. Все, иди конь в 6 там, да. Да-да-да. Да-да, бей. Еще раз бей. Все, бей нахер. Все, меняй вообще. В клочья. D5 там везде, прорывайся. Зачем так пошел? Почему ты не поменялся? Все спланировано. Надо будет большие размены, как ты хочешь. Все, только, ну, до той степени, что у тебя бы выиграно было, понимаешь? Ну, пока у меня хуже. Извини, это издержки размена. Причем сильно. Так, все, пешку выиграли. Ну, пешку. Надо. Да. Нам сейчас мат дадут. О, ферзи поменялись. И пешка выигралась. Фантастика какая. Еще одна. Да боже мой, это не может быть. Так, ну вот 30 секунд. Не, с ним это не покатит, он слишком сильно играет. Ну нет. Да. А где он сильно играет? Я не вижу. Ну, я тоже не очень сильно, ну, достаточно, чтобы... Сейчас мат даст вообще. Чтобы все эти... Он сейчас мат королем даст. Я думаю, в этом случае можно заканчивать рубрику. Ну, как-то подозрительно становится, однако. Так, ну ладно. Надо не с ним, с другим играть, согласен. Да, абсолютно без шансов с ним. Он в порядке. Может, минута на минуту, кстати, будет шанс. Нет, в этом случае он флаг бы ронял. А так роняем флаг мы. Причем абсолютно без шансов.
Он не видит слон f5. Понятно. Вот нам сейчас вот нужно вот до такого доводить Анж, А понимаешь? только чтобы у нас было времени, минута. Ну хотя бы 20 секунд, а не 5. Так поэтому шлепать надо, а не как ты тут Как я? Я шлепаю, посмотри, сколько ходов сделано. Представляешь, вот он урод, мы ему минуту добавили в пуля, а он на флаг рубит. Слышишь, каким надо быть уродом? Вот, кстати, близкая позиция к тому, что нам нужно было. На. По 5 пунктов стабильно берем. Ну с ним смысла играть дальше. Я сделал 62 хода за минуту. Что еще надо? Давай дальше. По минутке, по минутке. Я пока и вызвал. Не, я не понял. Отлично. Ну, сейчас опять он будет. Нет. Да. Нет. Да. Все, давай, ходи только побыстрее. Только не добавляем минуту, да, или... Потом добавишь. Играй в Хорошо. шахматы нормально. Все, мат, иди дай ему там. Ты на него обиделся, да? Да. Теперь ты хочешь, чтобы ты испытывал страдания. Все, я хочу, чтобы ты побыстрее все поменял. Ты поменял и дал мат. Поменял с выигрышем 6 пешек, провел их, дал мат. Все отлично, вот он, шанс. Безнадежная позиция, это сухая, нет? Нормально все. Хорошо, играет. Угу, допускает. Все, пешка, и все меняй нахер. Сейчас у него флаг упадет, надо добавлять, да? Угу. Вот он способ все поменять. Меняй все к херам вообще. Почему ты не съел на F7? Взял, отдаст. Ладно, меняй, ладейник. Вот С он. большим количеством лишних пешек. Как ты и хотел. Все, 30 секунд. Теперь ладьи поменять. Самое главное, ладьи поменять. Как их поменять? Скажи мне. Без понятия. Мат, только не зевни, пожалуйста. Все, 3 лишних. Что еще надо? Поменять ладьи надо. Или провести, да, свою. Сейчас и да, просто протолкну свою, пусть ладью за нее отдает. Да, вот. Отличный план. Все. Вот он, вот это шансище. Все, веди, как раз у тебя их две. Он не будет сдаваться. Не так быстро веди. Все, тебе хватит 15 секунд? Да. Так ты короля, да, сначала короля. Да. Чтобы он не подумал, что ему ставят линейный мат. Сейчас он именно это и подумал. А, это пат на доске. Отлично. Боже, какой ты мудак. Ты чувствуешь, это какое-то проклятие этой рубрики.